Я зарос. Но надо сидеть дома. Короче, в сегодняшнем видосе по Fortnite мы решили собраться с квадом вместе с Гэлычем, Доми и Литпутом и сыграть в Fortnite. В общем, друзья, смотрите. Надеюсь, вам понравится. Не знаю, что я хотел сказать этим роликом. Просто поднять вам настроение. Ставьте лайки. И подписывайтесь. Что за идея? Ну мы карантин челлендж сейчас хочу выполнить. И у нас есть пес, которого выгуливать можно, смотри. А ты маску не надел? Как ты будешь выгуливать? И доме не надел. Все. Только Литпут ничего делать не может, если что. Почему? Бегать, срать может. Потому что он пес. Срать и гавкать на противников. Короче, ребят, челлендж заключается в том, что мы можем перемещаться только по коробкам, но транспортом, ну типа как на тачке, на вертолете, на лодке, мы можем перемещаться. То есть если у нас нет транспорта, то мы только сидим в коробке, не выходим дома, короче, карантин, дома сидим. И убиваем только тех, кто сами к нам приходят. Ну и можем, конечно, Литпута посрать вывести. Да. И перемещаемся по коробкам. Окей, Гэлыч, Пес. Апорт. Мы пока в доме, да, находимся. Пошел ты. Я не кормил еще. О, тебя еще кормить. Вообще кормить надо. Но это если что, не моя собака. И не моя. И все такие, не моя. Не моя. А, блин, нельзя ж на улицу выходить. Ну, ты в маске. Я в маске, все нормально. Я могу ходить. А, пацаны, а как мы будем дезинфицироваться? Миниками, типа, или чем? Ну да, да. Миники — это наш антисептик. А я смотрю, у вас вообще антисептика никакого нет, да? Ничего. Я лучше надо было этот, одеть скин лиса. Тогда бы пес да лис приносили нам. Точно. Непобедимый сквад пес да лис. Оу май. Пес да лис челлендж. Давайте, короче, оденем все скины с масками. Да, скины с масками. Но на улицу выходить можем на определенное время только. Нормально? Литпут, а у тебя что, тоже противогаз? Ты бегаешь? Я собака, я выгуливаюсь. А ты что собаку бросил? Нормально это вообще? Не, нормально, он убежал. Ты чего от меня собака моя убежала? Ух ты! Нам надо, наверное... Аккуратно, ты же не контактируй, блин, Литпут, ну ты же собака. О, Литпут пёс. Ладно, пошли файтиться, нужны контактные эти. Нужно угрозу убрать. Все в комнату. Вирус атакует. Я их слышу. Один вообще белый. Ой, на мне, лол, что? Почему я его не услышал? Чуваки, у меня корона, помогите. Ты заразился, Ялыч? Он покашлял на меня. А у меня маска была, все нормально. Я пока закроюсь рукой, чтобы не дышать. Я закрыл лицо рукой. Хотя нельзя. А, ну я сейчас сдохну, 18 хп у меня. Ой, я ж могу лететь на этом. Как на этой фигне лететь? Дом, я строю дом. Я летал на ней, почему мне не получилось летать на ней? Блин. Так, а тут нету способа спалить по факту? Зонтик. Ай, больно. Ну ты не лучше, ты собака. Слушайте, а если мы переболели, получается, у нас иммунитет уже есть? Да, все, ну, что да. Все у вас. Антитела, выработались антитела, вот если да, сейчас получится. То есть, по идее, мы сейчас можем спокойно бегать, получается. Удачно получилось, что пса завели, да? Да. Хороший пес, я же говорил с самого начала. Хороший. А вы не верили. Все, вы переболели, ребята, все. Оху. Вообще хорошо. Ой, надо мной еще антитела тут бегают. А, на мне! Что, почему, где звук? На себя антитела? Да, блин, да. На мне петух. Ну ё-моё, их двое, трое здесь. Блин, да ладно, петухи разносчики. Блин. Вы прикиньте. Надо в зону. Почему я не слышал? Не, я сначала слышал, а вот потом уже не слышал. Он в доме, внизу доме. Найс. А, 44, ну ё-моё.
Чуваки, надо победить корону. Ну что это за дела? Давай скины поменяем. Слушай, а что тебе на яхте так много народу? Ну, это все проверенные, они 14 дней карантина сначала прошли, а потом... это же вот этот крейсер, который там, помнишь? Пацаны! Покажи! Пацаны! Что, два поняли, два не поняли? Крейсер какой-то. Крейсер, какой крейсер? Круизный лайнер, который типа... Да ты сам сказал крейсер. Ну да, ну крейсер... Твой крейсер, это моя яхта, алло. Крейсер. Ну, яхта. Моя яхта, на которой вы можете переждать, если хотите, карантин. Я Селин Дион, давай. Все, нам пора идти, мне кажется. Все, пора. Забираю. А, нет, я упал! Я нашел чит! Какой? К нашему челленджу. У меня есть личный транспорт. Я могу на улицу. Да? О! Да, мы же договаривались, что мы можем на транспорте да? перемещаться Точно. Свободно по улице. Полетели, нам, у нас вертолет есть, что мы будем париться? Ну да, согласен, лучше бы на вертике. Погнали, если что, на этой штуке будем перемещаться. Угу. Ой, не, сковородка это немножко не то. А где вертолет? Наверху. А что, я не сел? Нет. Не могу сесть. Горлышко широкое, голландский. Ты глухой, что ли? Да. Мы все слышали. А вон я вижу зараженный один, зомбарь бежит. Внимание, отрядом гражданской обороны. Обнаружено уклонение от карантина. Изолировать, допросить, ликвидировать. Стрельните по нему издалека. Издалека только можете бить их. Дома же сидеть нужно, что ты не сидишь дома? У нас мало хп. Ребята, уходим! В дом, скорее все в дом! Валим, да, валим, вот сюда! Валим. Вирус атакует! А, 500! 300! Отсоси у тракториста. Прыгай! Выпрыгнул. В дом, скорее! А там кто-то тоже стреляется, какой-то опасный хулиган. А где они? Ну, двое было... Я думаю, они вышли за нами как раз, хотят заразить нас. На улицу? В смысле? Сейчас же никто не может здесь выходить на улицу. Дедпут. Чё ты брешешь? Ну тогда надо это, окошко себе проделать. Брехун. Я брехун? Наблюдать. Брехун. Покажи домик. Ой-ой-ой, да ты офигел, что ли? Я человека там дезинфекцией стрелял. А ты, блин. Да хорош редачить по 10 раз, Вася. Ну ё-моё, да вы издеваетесь. Сделайте себе со своего голландца. Да чё, они задолбали. Пацаны. Так я вообще тут сидел, вы чё, офигели? Да ну вы чё? Я тебе сейчас коронавирус в зад засуну. Или у меня тут только. Ну, какие ракеты, ты чё, Вася? Эй! Это Литпут. Шок у меня. О-о-о, да... Иди в жопу, ялочка, пух! Боже, какой ты тух, а. О-о-о! У нас в этом в сене. Понял. Где? У нас взрывного, ничего нет? Ну вообще они в доме находятся. Меня ранили, ё-моё, а чё за бред? Блин, меня кто-то ранил со снайперки. Кто-то строится на нас. Да? Это сейчас жесть будет, ребята. Да, забей. Пацаны, ну это жесть. Да чего? Тут их трое уже. Мы бы их убили уже 10 раз, если бы ты не редачил нам построил. Да, вот это что-то именно из-за того, что я вас там редачил. Вас я троих уже почти нокнул, но я очень сбил мне постройку. Сучары. Я попал, короче, по 99 каждому. Да. У меня даже прицел на голове, я очень мне скинул, я 99 дал. Блин, вообще. Наигрались в коронавирус. Окей, друзья, что ж, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, прожмите лайк. Не забывайте подписываться на канал, потому что больше половины всех зрителей не подписаны. Это очень плохо. Обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик и не пропускайте новые ролики. Ну а мы пока сидим дома, ждем, пока закончатся все эти карантинные меры и играем в Fortnite.